Привет, здоровые люди, привет, привет. О, сколько много здоровых людей. Вау, тысячи, сотни тысяч, миллионы здоровых людей. Вау. Один красивее другого, просто с ума не сойти. Ну что ж, друзья, я вас всех приветствую. Это замечательный день. Это просто суперский день. Сейчас давайте сделаем такую классную зарядочку. Зарядимся энергией. Всего лишь 5-10 минут, и мы с вами просто еще лучше. Простые движения. Ровная осанка. Улыбка. На лице прекрасный день. Мы делаем зарядку. Все идеально, просто идеально проводим время. Двигаемся. Птички поют, солнышко светит. Деревья кислород нам дают. Дышится хорошо, так приятно, легко, вкусно. И движения. Что такая микроцель в этом видео — подвигать всеми нашими суставами, всеми, которые у нас есть, в разные стороны, на расслабончике, с улыбкой на лице. Дыхание свободное, глубокое. Деревья выделяют много кислорода, вкусного. Для нас, для всех живых существ. Вот так вот снимем негативную энергию. Два и три. На ушах есть много биологически активных точек. Вот так вот просто берем ладошки, вот так вот раз, прижимаем их и вот так просто массируем. О, как приятно. Можно так за ушами. Так. Ну, вы знаете, я любитель, так сказать, слушать свою интуицию, да, свое тело, свои ощущения. И делать вот по этой инструкции, да, зарядку, мастику, упражнения. Не люблю там какой-то программы там определенные, там, да. Ну, что касается вот именно зарядки, упражнений, да, нужно чувствовать свое тело и слышать голос разума. Вас не обманет. Есть, конечно, такой голос, который вас хочет обмануть. Вы уже должны научиться его распознавать.
вот для этого есть ваш мозг, который заинтересован в вашем выживании. Главная задача нашего мозга – обеспечить нам выживание. Вот. Это мне больше нравится песенка. Происходит, когда мы прыгаем. Представьте наше тело, да, там клетки, органы, ткани, все так вот вместе, все стоит, там метаболизм идут, процессы, да. И вот когда мы прыгаем, представьте, это все вот как будто вот ребенка качают в коляске, да, он начинает плакать, его качают в коляске, и он перестает плакать, да. Примерно то же самое происходит и в нашем теле. То есть наши клетки – это наши дети, да? И когда мы так прыгаем, ну вот так вот ритмично, аккуратно, да, мама что же там не качает? Ну, качает ритмично ребеночка, чтобы с любовью, чтобы он не плакал, да? Так и мы качаем ритмично, с любовью наши клетки, органы, миллионы которых в нашем теле находится. Так, отлично. Продолжаем разминать наши суставы, расслаблять наши мышцы, растягивать их, двигать ими, напрягать, расслаблять, ощущать, чувствовать. Оживлять все наше тело, приводить его в полную бедра и движение. Руки на бедра. У меня тут немного земля вот так вот идет. Вот в таком, да, положении. Поэтому я так немножко неудобно. О, а сейчас вот удобно. О, теперь удобно, да. Почему так? Просто потому, что я поменял свое мышление, да? Просто так полезно делать иногда. Потому что не нужно правильно относиться к любым вещам, да? То есть, как я думаю, как я говорю, как я чувствую, так и происходит. Поэтому мне выгоднее просто говорить: о, класс, вот сейчас удобно стало, да? Теперь удобно, о, класс. Кто-то говорит, ну вот, действительно же в том, что, ну да, понятно. Тут тоже надо всегда понимать, когда, то есть, нам можно просто изменить наше мышление, да, чтобы улучшить свои ощущения. Или когда нам действительно нужно сменить просто место, да, и все
все в подстоке. Научиться быть счастливым человеком в любых условиях. Друзья, я вас был рад научить чему-то полезному. Как быть здоровыми, счастливыми. Лайк, и сегодня впаду. И до новых встреч.